Врач Бахчисарайской центральной районной больницы Римзи Имамбетов участвует в крымском конкурсе «Человек с большой буквы». Конкурс проводится впервые с целью привлечь внимание к реальным героям, которые совершают подвиги каждый день. Римзи Иринатович как раз такой человек, совмещающий в больнице сразу несколько должностей. Первичная специализация у меня травматология, ортопедия. Я врач-травматолог-ортопед. Вот. С недавнего времени я также работаю и врачом-рентгенологом, вот, и врачом ультразвуковой диагностики сердца. Это в данный момент одно из самых востребованных и сложных диагностических исследований. Римзи Иринатович помогает людям каждый день. Регулярно с его помощью выздоравливают десятки пациентов. Стать врачом – его детская мечта. С детства была такая мечта, вот, причем, наверное, с лет 6-7, не знаю почему, но какое-то вот желание именно внутреннее помогать людям, потому что какое-то, может быть, имелось чувство сострадания, какое-то вот соболезнования. Вот. Дело в том, что среди родственников, ну, родителей, близких родственников не было ни одного медика. Когда я поступил в медицинский, также по моим стопам пошел мой младший брат, который тоже работает врачом. С недавнего времени Римзи Имамбетов также трудится в ковидном госпитале, развернутом на базе Бахчисарайской больницы. Для участия в конкурсе «Человек с большой буквы» его выдвинули пациенты, которые захотели, чтобы о его ежедневном героизме врача узнали во всем Крыму. В конкурсе я узнал, сколько у нас прекрасных людей, да, разных профессий, которые совершают реальные подвиги, вот, достойные поступки, которые действительно заслуживают уважения. И поэтому выступать уже в конкурсе, да, быть просто участником и быть участником среди этих людей, это уже для меня большая гордость. В конкурсе принимают участие 90 человек. Из них 20, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в финал. Голосование продлится до 13 сентября. Уже в конце года определят победителя, который получит звание «Человек года». Проголосовать за Римзи Имамбетова можно на сайте конкурса, указав свой номер телефона и отправив код подтверждения.